Тогда сразу по игре, не будем даже пока погоду обсуждать, я думаю, за меня ее пообсуждают. Почему сегодня решили Наиру Тикнезяну дать только половину бровки, оставив сзади него Александра Сельянова? Ну, был план на игру. У Наира были обязанности, которые он должен был выполнять. Поэтому его позиция, ему это знакома. Он должен был помогать страховать Сашу Сельянова, потому что «Зенит» начал играть и играл в начало игры в три центральных защитника. Поэтому мы четко понимали, что Наир с этой задачей справится очень хорошо. Расстроила травма Артема Карпукаса, недавно вылечившегося от предыдущей. Несколько слов можете сказать о его состоянии нынешнем? Ну, сейчас мы не хотим об этом говорить, потому что будет проведено медицинское обследование, на основании которого доктор уже вынесет диагноз его повреждений. Спасибо. Еще вопрос. Пожалуйста. Большое спасибо за игру, за удовольствие, полученное от особенно результата и голов, которые забил «Локомотив». Вопрос. Отлично сыграл сегодня Марио Митай. Вот у него была какая-то специальная задача с поправкой на «Зенит» или это он сегодня так выдал просто? Марио универсальный игрок. То есть в этой позиции, на наш взгляд, он выглядит очень неплохо. Поэтому каких-то задач ему сверх его способностей мы не ставили. Он максимально дисциплинирован, выполнял то, что мы от него просили. Поэтому это его уровень. Я думаю, что он может играть еще сильнее. Да. Максим Гужевский, Газета.ру. Расскажите, пожалуйста, вот сегодня «Локомотив», как в принципе всегда, прессинговал очень высоко, но очень хорошо удавалось накрывать попытки «Зенита» выйти из-под прессинга. За счет чего это получилось? Удобнее ли играть вам с командами такого высокого уровня или же наоборот как-то просто люди, которые настроились, может быть? Я думаю, что со всеми командами пытаемся играть максимально высоко. Это игровые требования, их надо выполнять. Состояние команды очень хорошее, оно позволяет прессинговать команду соперника. Поэтому от своих игровых принципов мы не отказывались, поэтому пытались максимально высоко «Зенит» встречать. Спасибо, Андрей. Заставляешь Кристину бегать за тобой? Хотел узнать, как, насколько осложнила подготовку к матчу дисквалификация главного тренера и капитана команды, как поддерживали связь во время матча с Михаилом Михайловичем? Ну, естественно, потери главного тренера и отсутствие главного тренера в этой игре для нас это проблема. Но есть ситуация, мы должны были из нее выходить. Вот, есть тренерский штаб, который пытался максимально минимизировать его отсутствие на скамейке запасных. Естественно, это очень тяжело. Что касается Дмитрия, это капитан команды. Я думаю, что лишних слов здесь говорить не нужно. Естественно, это потерь для нас. И как человека, как лидера, как футболиста. Вот. Но есть люди, которые находятся в тренировочном процессе, в конкурентной среде. Они вышли и достойно смогли сегодня Дмитрия заменить. Спасибо. Ваш вопрос. Продолжу вопрос коллеги по Марио Митаю. Я неоднократно Михаил Михайловичем это обсуждал, хотелось бы от вас услышать. Вот теоретически возможна такая конфигурация, что Марио с Артемом Карпукасом играют в опорной зоне, а Дима Баринов уходит вместо Фасана на позицию центрального защитника. Вот так вы теоретически хотя бы это прорабатываете или нет? Ну, теоретически возможно все. Вот. На данный момент выбор и тактического построения за главным тренером. Я думаю, что сейчас мы отталкиваемся от позиции двух опорных полузащитников. Вот, поэтому пробовать, наверное, это нужно. Но на данный момент предпочтительная схема с двумя опорными полузащитниками. Хотя в сегодняшней игре был момент, когда мы перешли, играя в три опорных. Спасибо, коллеги. Если нет вопросов, Андрей. Есть вопросы? Нет проблем. Перед вами выступал Сергей Богданович Симак. Он сказал, что если есть альтернатива, то лучше перенести матч. Ваша позиция перед игрой какова была? И как считаете, сказалось ли то, что сказались ли погодные условия на том, что сегодня «Зениту» было в некоторой степени сложнее играть?
Я думаю, что когда все команды получили календарь и увидели матчи в декабре, они должны быть внутренне и ментально готовы, что у нас в России может пойти снег или может ударить мороз. Поэтому мы на погоду не особо обращали внимание. Для нас это не стало каким-то там сюрпризом или какой-то там элементом нашего преимущества над «Зенитом». Поэтому я думаю, что поле и наши все службы, которые готовили «Зеленое поле» для данного времени, я думаю, что поле было идеальное. Вот, поэтому здесь мы думаем только о своей игре, о своих принципах, поэтому мы старались не обращать внимания на погоду.